Блокчейн-фотосервис запустил ведущий китайский интернет-поисковик Baidu. Разработчики платформы будут сравнивать изображения из сети с блокчейн-данными посредством инноваций в области сбора информации и искусственного интеллекта. Это позволит обнаруживать и подтверждать различные случаи нарушения авторских прав. Первыми про запуск проекта по защите прав на интеллектуальную собственность объявила компания Kodak. Легенда фотоиндустрии планирует запустить блокчейн-платформу Kodak One и даже выпустить собственную криптовалюту Kodak Coin.